земному Гея императорского величества указу, данному сенату всего 1789 года, за собственноручным Гея величества подписанием, в коем написано: «Слободу Гавриловскую повелеваем переименовать посадом. Жители же по их прошению написать в купцы и мещане и называть отныне горожанами». Жители Гавриловского посада, берегите землю свою щедрую, как мать родную. Своим трудом наполняйте богатство города своего, и навек вы дружны и едины будьте. Государыня-матушка, императрицу всея Руси на земле Гаврилово-Посадской уважает за щедрость, отзывчивость. Всем людям ты даровала сегодня радость великую. Смею заметить, что любят тебя здесь и стар, и млад. И они хотят вас отблагодарить и предподнести вам подкову золотую, символ богатства и счастья. Счастлива я любовью и уважением народа российского и богата его трудами праведными, а посему принимаю сей дар и завещаю его потомкам будущим, чтобы на века эта подкова приносила счастье, богатство и удачу жителям славного города Гавриловского посада. Она как ясный месяц в облаках, она...
спасибо, спасибо, спасибо.